купили подарочки, новые игрушки. Сейчас будем закидывать и снимать, как они будут с ними играть. Бешенство. Резкое бешенство. Каждому по одному. Разделились такие. Да, она все сломала уже. Мы просто крышки сняли, чтобы не было возможности что-то проглотить. Поэтому они так быстро сдаются. Шкода охотница. И все облизывать, облизывать надо. Мини. Мини. Все облизывать надо. Шкода. Да, у Шкоды не надо трогать. Груша балансом занимается. В аккуратно по крышку поставила. Как всегда, повыше надо. Так, так, так. Груша продолжает балансом заниматься. О,
в покрышку поставил. Груш, так интересней? Да, Груш? Мою канистру никому не отдам. Ну да, ну это свои воображения. Не дошла. Давай, давай, окунай уже. Я все ждал, когда уже кто осмелится. Оп-оп-оп. Простите за мой идиотский смех, это невозможно просто. Так-так-так, тут походу интереснее. Ну ты все-то не скидывай туда, они сейчас потонут. Ничего, вдруг мы достанем. Вот с водичкой у Шкоды. Да. Набралось. Ты набираешь воду, вы сейчас весь бассейн так вычерпаете. Они... Груша, иди. Груша, ты еще не была. Груша, иди. Груша там на своей волне. Ну, она, если взяла, она никому не отдаст. Это ее. За ручку. Ну, правильно, канистру же за ручку надо носить. Thank you.
разрушители. Все заняты. Так, тоже за ручку. Все отлично. Куда понесла, отдай. Миник, Шкоди не лезь сейчас. Она жандина. Так. Вот это вот было вообще. Упала. Тебе нравится? Грош. Разыгралась. Груша держит свою, но смотрит еще на эту. Скажет, вот бы мне еще одну. Сейчас мы им закинем. Дана, смотри. Ой, потонула. Мини-водолаз, давай. Ныряй, доставай. Полная. Мини-покрышку нашла.
В общем, игрушки понравились всем. Все отлично. В следующий раз опять что-то надо думать. Как-то же надо развлекать котеек нафиг. Дана, Мини, пока-пока. Груша, пока. Шкода, пока. Ой, я чуть мокрым не стал.